В последнее время в соцсетях опять начали показывать рекламу вот такой штуковины. Это стеклоочиститель китайского происхождения. Как гласит реклама, с помощью этой штуковины можно легко и быстро помыть окна как внутри, так и снаружи вашей квартиры, офиса, любого помещения, где есть окна. Проверим, так ли на самом деле. Итак, окно, которое я хочу помыть, оно двойное. Тут стекло, между ними пустое пространство. Беру эту штуковину, макаю в мыльный раствор. И пытаюсь все это закрепить. Ничего не получается. Изделия через стекло друг друга не держат. Все падает и отваливается. Давайте еще раз. Окно двойное, которое я хочу помыть. И помыть я его хочу с помощью вот этого китайского устройства. На самом деле магнит тут очень серьезный. И изделия друг с другом держатся очень крепко. Но двойное стекло, двойное окно с двойным стеклом, оно не пробивает, магнит так не держит, все падает. Я подумал, а если найти окно одинарное с одним стеклом, получится или нет? Оказывается, не так-то просто найти окно с одинарным стеклом. Единственное, что я нашел и до чего я додумался, это окно моего автомобиля. Берем данное изделие, макаем его в мыльный раствор и попробуем примагнитить. Получилось, и я прям чувствую, что примагнитилось очень и очень крепко. Я попробую его сейчас посбрасывать, по-разному вот так повозить его по стеклу. И должен отметить, что результат меня радует. Если еще делать все по правилам, мыть окно, как сказано в инструкции, чтобы резиновая прокладка все вот это стаскивала вниз, тогда вообще все будет очень и очень хорошо. То есть вот это изделие имеет право на существование. Но нужно иметь в виду, что ваше окно не должно иметь два стекла и пустое пространство между ними. Если так будет, магнит не сможет удерживать два этих изделия, и та часть, которая снаружи на веревке, будет у вас все время падать. Поэтому имейте в виду, окно ваше должно состоять из одного стекла. И тогда, да, этим пользоваться можно. Если два стекла и между ними пустое пространство, то у вас ничего не получится. Будет вот так. Бонифаций! Но опять же, у меня тут есть какая-то фигня. Я так понимаю, смола от дерева. И вот таким образом я ее отмыть не могу. В общем, если ваше окно состоит только из одного стекла, то вот этой штуковиной вымыть его возможно. Но только стандартную оконную грязь, какую-нибудь там пыль, налипшую после зимы и так далее. Если на вашем стекле что-то чуть более липкое, то вот эта штуковина с этим липким уже не справится. На этом все. Всем пока-пока.